стоял на поле монумента и размахивал шляпой. Золотые лучи заходящих солнц освещали его, и казалось, что он тоже статуя, только поменьше остальных. «А-а-а!» – донесся вдруг до нас далекий крик. Мы вернулись. Доктор бежал к нам, увязая в песке. «Забыл!» – кричал он. «Совсем забыл!» Доктор подбежал к нам и минуты две пытался отдышаться. Все время начинал одну и ту же фразу, но дыхания не хватало, чтобы закончить ее. «Ку!» – говорил он. «Упа!» Алиса пыталась помочь ему. «Курица?» – спросила. «Нет!» – «Курица?» – спросила она. «Нет! Кустики! Я забыл про кустики сказать!» «Какие кустики?» «Стоял у самых кустиков и забыл про них сказать!» Доктор показал на монумент. Даже отсюда, издали, было видно, что у ног третьего капитана скульптор изобразил пышный куст, тщательно вылепив из камня его ветви и листья. «Я думал, что это просто так, для красоты», — сказала Алиса. «Нет, это же кустики. Вы никогда не слышали о кустиках?» «Никогда». «Тогда послушайте. Всего две минуты, когда третий капитан находился на восьмом спутнике Альдебарана, он заблудился в пустыне. Ни воды, ни пищи, ничего. Но капитан знал, что если он не дойдет до базы, то корабль погибнет, потому что все члены экипажа лежали, пораженные космической лихорадкой. А вакцина была только на базе, на пустой покинутой базе, в горах Сьерра-Барракуда. Когда силы покинули капитана, и путь был потерян, в песках он услышал отдаленное пение. Сначала капитану показалось, что это галлюцинация. Но он все-таки собрал последние силы и пополз по направлению к звукам. Через 3 часа он дополз кустиком. Кустики растут в 3 местах. Возле небольших водоемов и перед песчаной бурей. Таким образом, кустики дали капитану возможность переждать страшную песчаную бурю и спасли жизнь 8 космонавтам. В честь этого события скульптор на памятнике изобразил пышный кустик.